Запас продуктов на случай ядерной войны. Лично мой схрон, мой склад. Быстренько показываю. Гигиена, разного рода салфетки от бактерий, туалетная бумага, влажная для деток. Поехали дальше. Мука, 9 пакетов. Сушки, бублики. Баллоны южнокорейские для приготовления еды. Полностью полные. С посудой. Горелка. Очень классно. Нержавеющая посуда. Одна бутылка с гречкой. Дальше. 3 пакета каши. Печенье Мария сухое. Овсяные хлопья. 3 баночки грибочков. Огурчики, помидорчики, помидорчики. Тефтели в томатном соусе. Очень вкусные. Классная штука. Поехали дальше. Здесь сгущенное молоко, фасоль белая, красная, кетчупы, яблочный уксус, домашнее вино, 3 банки ананасов, 1,5 литра домашнего меда, тоже хлопья, кофе, значит, 3 баночки тунец, оливки, буряк, свинина, тушенка, паштеты, томатная паста. Итальянская вермишель до 25 года, все проверено, все может долго храниться, минимум 4 года. Огурчики, красный перец, килька в томатном соусе, снова паштет, тунец, килька, пшено, закатанное на 10 лет, кстати, крупа. Рис, гречка, горох, рис. Внизу свечи, 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 вот такие долго горящие, 78 часов, трое суток. Мусорные пакеты, крупа. Разного рода перловка, гречка, значит, печень трески, очень вкусная, полезная, питательная. Тушенка в стекле, свинина, яловичина или говядина, паштет, свинина, 3 баночки шпротов, алкоголь, водка, виски, 3 пакета, 4 пакета попкорна. Вот такая очень вкусная, но не очень здоровая еда. Дальше. 24 пакета вот таких антибактериальных салфеток, чтобы можно было приводить себя в порядок, если не будет вода. Вода. Вода, 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 везде вода. Молоко ультрапастеризованное. Баллон с газом. Соль. Дальше соль, сахар здесь набито, запрессовано. Здесь сахар, плитка, газовая, шланг с редуктором. Все готово, друзья. Так что вот так вот. Пишите в комменты, кому что нравится. Больше полезных роликов на YouTube-канале Выживальчик. Ссылка в профиле. Переходите, подписывайтесь и смотрите, друзья.